Итак, господа, ну что же, всем здрасте. Я смотрю, вам зашла эта тема, и вы прям такие, да-да-да, давай еще, и мы даем еще, бога ради, нате, пока есть такая возможность, а почему бы и нет, друзья мои. И мы продолжаем тему озон, мы продолжаем тему заказа светодиодных ламп там, потихонечку наращиваем ценничек, друзья мои, и вот сегодня у нас приехала... Вот такая вот штучечка на озоне заказана. Это лампочки от компании Philips. Это должны быть цоколь H11. Это заказанное на озоне. И это уже ближе к 3000 рублей, друзья мои. Мы потихонечку будем приближаться к чему-то топовому. Поэтому рекомендую подписаться обязательно, смотреть нас обязательно, лайков наставить и написать комментарий. И это позволяет нам развиваться. Как всегда, господа, ножичек, вот так, раз, так, что мы тут, не будем сильно жалеть, да? А, у нас внутри картонная коробочка, вот она, картонная коробочка внутри у нас есть, так, я неопытный распаковщик, друзья мои, поэтому, если вы умеете делать это круче, ну, дай бог вам здоровья, потому что я умею делать только вот так, так. Снимаем, значит, пленочку. Пленочка снята, господа. И у нас внутри вот такая вот замечательная обычная коробка. Давайте ее открывать. Вот так вот открываем и видим лампочки фирмы Philips. Вот так вот надо на них смотреть. Так, что у нас здесь? Пупырочка в комплекте. И, соответственно, вот такая вот коробочка у нас остается в подарок. Да, и есть вот такая вот красивая коробка лампочки Philips. Да, друзья мои, вот такая вот красивая белая вот Philips. Здесь H-Series Lens, галоген ламп, лип, LED. Плюс 300% плюс 700 яркости. Philips заявляет, да. Это будет круто. Ну, еще вот тут вот на нерусском для нас языке до хрена всего написано. Но вот такие вот лампы можете купить на озоне, кстати. Если покопаетесь, лампочки фирмы Philips, H11, H8, H непосредственно 16, то есть вот проложек еще. Упаковка, кстати, очень хорошая. Тут прям вообще надо Philips отдать должное. Молодцы. В комплект идет вот такая вот брошюрка от компании Philips, естественно. Да. Опять хочу сказать, что нам не дали опять пакет. Почему это происходит, не знаю. Я вроде смотрю, при заказе там есть пакет. Ну и вот такая вот штучечка, вот такая вот прелесть у нас здесь в комплекте. Итак, снимаем. Тут ничего, тут просто проложек. И у нас две лампочки от компании фирмы... От компании фирмы Philips, да. Вот такая вот тавтология. Они весомые, честно. То есть прям вот... Весят достаточно неплохо. Очень прикольная конструкция, хочу я вам сказать, друзья мои. Вот такая вот компактная лампа. Так, что у нас здесь есть? Сейчас я ее осмотрю. 2024 год, третий месяц. Есть маркировка, когда произведено. Так, ехали они к нам почти месяц, друзья. То есть это вот, ну, компания Озон. Респект, уважение, спасибо, что привезли. Внутри вот много меди, то есть две пластинки меди. Вот, и в принципе вот такая вот прикольная штука для противотуманных фар. Компактная, тонкие чипы, ребят, чтобы вы вот, ну, не думали, прям чип реально тоненький. То есть тоненький-тоненький. Характеристик я тут не вижу. То есть на коробке ничего не указано. Нигде нет никаких, только то, что вот там цоколь, а вот именно чего там, какие ватности, люмины и прочее, тут такого ничего нет. Но, я был бы не я, друзья мои, ну, а во-первых, мы бы мы же, конечно же, будем сравнивать с Осром галоген вот в такой туманочке. Вот, это да. И я был бы не я, если бы не притащил еще чего-нибудь интересного. А притащил я... Вот такой вот замечательный Max GTRC. То есть это, в принципе, побратим вот этих ламп Philips. И мы сейчас на них тоже посмотрим, друзья мои. Вот так вот выглядит лампочка. То есть упаковочка попроще, есть гарантия год и вот такие вот крупные чипы. Да, здесь вот меди снаружи нет, но если присмотреться вот сюда, то есть вот туда заглянуть, там меди прям много, именно в охлаждении. То есть тот момент, где циркулирует
воздух, а эта штука для противотуманных фар, то есть вот если тут смотреть, она вся вот такая вот в дырочку сделана, то вот как раз где надо охлаждение хватать, вот как раз оно и хватает, вот такая вот штука. А вот это Philips, друзья мои. И вот Philips я смог найти только в 6000 кельвинов, а Max GTRC я смог найти, и мы привозим в 3000 кельвинов. То есть вот это вот вы можете, в принципе, приобрести и в 6000К в холодном белом модном, и в 3000К точно так же они существуют. Что мы сегодня и посмотрим. Опять же, если сравнивать вот эти две лампы, вот это на вес гораздо тяжелее, ребят. То есть прям вот в нее напихали железо, меди, всего-всего. Эта лампочка полегче, но вот хрен его знает на охлаждение, что из этого лучше. То есть тут вопрос, да, друзья мои. Ну вот физику даже если посмотреть, вот от резиночки плюс-минус очень сильно похожие лампы. Единственное, у Philips вот сам чип, он более тонкий. Здесь как будто вот он двойной такой, то есть чип помощнее стоит. Ну вот, в принципе, очень-очень сильно похожие лампы. Поэтому давайте тестировать, давайте смотреть. Сегодня мы вот эту вот штуку увидим по сравнению с галогеном. Osram галоген, напомню еще раз, давайте. Вот в этой именно туманке, самой кайфовой по свету, именно противотуманной фары. Вот, мы сравним непосредственно Philips. И потом Philips еще в этой же самой туманке сравним с Max GTRC. Посмотрим, что из них лучше. И еще и в желтом они есть. Точно так же я вам их сегодня покажу, друзья. Поэтому давайте переходить в ночной тест. И там уже разберемся с этими всеми новинками. Но сейчас мы сначала подключаем галоген, смотрим, как он светит в туманках, и потом уже устанавливаем по очереди эти две штуки. Сначала Philips, потом Max. И смотрим, в чем же разница. Ну что, вот такая вот свет-теневая граница на галогене, друзья. Да, вот он желтоватенький, вот тускленький, но при этом это вот как туманка, великолепная вещь, широко, здорово. Объективно классно, друзья. То есть есть свет-теневая граница, она прям рубленная, она четенькая. И при этом светит очень-очень широко. Это туманка, господа. Теперь давайте посмотрим Philips. Итак, друзья, вот мы поставили лампочку фирмы Philips. У нас вот тут вот красная-красная резинка. Если мы возьмем Макса, друзья, вот тут черная резинка, тут вот красная. Мы поставили проводом вниз, так называемой фишкой вниз, и смотрим СТГ. Итак, друзья, ну давайте же смотреть, давайте вот так вот. А ярконько, а неплохо, очень даже неплохо. То есть, в принципе, яркий, насыщенный световой поток, в центре провал, как у галогена, но как-то вот не очень ярконько. То есть не очень ярконько, но яркость здесь присутствует. То есть как туманка, как замена галогена. Да, друзья, то есть неплохо. Но что это такое? Саня, а ну посвети. А ну послушайте. Охренеть! Охренеть! Да ладно! Да вы что, серьезно, что ли? Ё-моё! Ой-ой-ой-ой-ой, что я нашел? Сейчас, друзья, сейчас мы выключим. Вот это Philips, вот это они прикололись. Друзья, а вот тут вот вентилятор стоит, прикиньте. То есть вот здесь вот стоит вентилятор такой маленький-маленький. И оно, я включил, а оно прям вот... Я еще думаю, да ладно. Ну, правда, вот тут стоит вентилятор. И понимаете, в чем прикол? То есть все, что нагреет лампу вот здесь, будет разгоняться на отражатель. Вот вам и Philips, друзья. И это стоит денег. И вполне возможно, то, что будет горячо вокруг, как бы туманку, ну, дай бог, чтобы не сожгло все вокруг. Ну, а даже с вентилятором светит, ну, получше, чем галоген. Вот получше, чем галоген, но не космический. Поэтому давайте поставим Макса и посмотрим, как можно светить. Итак, друзья, вот она черная резинка, вот он Макс. Тут никаких нет вентиляторов, друзья. Тут охлаждение просто вот вокруг это все бегает и охлаждается. Давайте смотреть. Да. Да, ребят, да. А это светит ярче. А здесь насыщенность гораздо лучше. Да? Philips?
Philips нет. Даже то, что там вентилятор внутри. Но здесь точно такая же свето-теневая граница. Света больше, свет насыщенней. Вот такая вот потеха, ребят. Так что, да, Philips неплох. Но вот это веселей. Поэтому давайте подводить итог. Итог. Давайте посмотрим, Макс как светит вот здесь, друзья. Я вам забыл это показать. То есть вот широко, круто. Это Макс, ребят. Это Макс GTRC. То есть насыщенно, круто, заливка классная. И прям очень-очень хорошо. Мы сейчас и Philips сюда еще подключим. Ну, Александр, покажите, что это светит. Макс, это вот Макс, ребят. Вот такой вот Макс GTRC. Вот маркировочка есть. А вот этот Philips, друзья. И он тусклей. Он тусклее Макса. Вот вам, пожалуйста. То есть это Philips. Это дорого, это бренд. Это то, зачем вы гонитесь. Это вот там в комментариях. Это же Philips. И здесь в центре есть провал. А на Максе такого нет. Ну и тусклей, ребят. То есть по ширине плюс-минус похоже, но свет гораздо тусклее. Поэтому здесь Philips хуже. Подводим итог. Да, друзья. Вот вам и бренд. Вот вам и бренд, да. У Макса есть еще и желтый свет. То есть если мы сейчас включим желтый, он просто разорвет нахрен этот Philips. То есть в белом сегменте вот Макс ярче. Макс насыщеннее, Макс дает больше заливку. И у Макса, что самое важное, нет никаких вентиляторов. То есть у Филипса внутренний вот этот вентилятор, ну, как бы такое себе решение, честно, друзья. То есть, как бы воздух будет гоняться, туманка может потеть от того, что внутри будет что-то там разгонять воздух, воздухообменник должен быть максимально чистый. Лампы в туманку, которые без вентилятора, они гораздо эффективнее, они показывают свою эффективность. Поэтому вот в данном случае, друзья, вот как бы я не вижу смысла платить за этот Philips. Я не вижу смысла за ним гнаться. Я не вижу смысла вообще смотреть в эту позицию. Вот вы просто для себя сделайте пометку, что вот этот конкретно Philips, я не говорю про всю компанию, да, про все их там лампы, но вот этот вот конкретный Philips прям вообще ни о чем. То есть, да, он лучше, чем галоген. То есть, это прям вот точно. Но такое себе решение, когда есть Макс. То есть, ребят, не знаю. Хотите, бога ради, покупайте. Но в моем понимании можно получить больше света за немножко большие деньги. Не огромную сумму, а за немножко, друзья. Поэтому вот так. Ставьте лайки, подписывайтесь внизу на нас, пишите комментарии, опять же, там же внизу, если что-то вдруг, все ссылочки есть на нас внизу. А Макс выигрывает. Всем спасибо, пока, до новых встреч.